Приветики! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по праздникам и событиям, которые выпали на 1 ноября. Готовы узнать, какие праздники, исторические вехи и дни рождения знаменитостей отмечаются в этот день? Тогда устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, начнем с праздников, которые отмечаются 1 ноября. Этот день богат на события и праздники, которые отмечают люди по всему миру. Знаете ли вы, что сегодня День менеджера? Это праздник, который отмечают профессионалы, управляющие командами и проектами. Они играют важную роль в любой организации, обеспечивая ее успешное функционирование. А еще сегодня Всемирный день вегана. Интересно, правда? Этот день посвящен осознанию пользы веганского образа жизни для здоровья, животных и окружающей среды. Многие люди выбирают этот день, чтобы попробовать веганские блюда и узнать больше о веганстве. А какие еще праздники, по-вашему, отмечают в этот день? Возможно, вы знаете о каких-то менее известных, но не менее интересных праздниках. Делитесь своими предположениями в комментариях. Нам всегда интересно узнать, какие праздники вы отмечаете и как. Может быть, вы знаете о каком-то необычном празднике, о котором мы не упомянули? Например, в некоторых странах могут быть свои уникальные традиции и праздники, которые не так широко известны. Давайте расширять наши горизонты вместе. Обмен знаниями и традициями помогает нам лучше понимать друг друга и обогащает нашу жизнь. Ведь мир праздников такой многогранный и увлекательный. Каждый праздник несет в себе частичку культуры и истории, и это делает их такими особенными. А пока вы пишете свои догадки, мы продолжим. В мире существует множество праздников, и каждый из них заслуживает внимания. 1 ноября – это не только день менеджеров и веганов, но и день, когда отмечают множество других интересных событий. Например, в некоторых странах это день, посвященный памяти предков, или день, когда люди собираются вместе, чтобы отпраздновать начало нового месяца. Впрочем, об этом мы поговорим в следующей главе. Не переключайтесь! Мы расскажем вам еще больше интересных фактов о праздниках и традициях по всему миру. Переходим к христианским праздникам, которые отмечаются 1 ноября. Этот день имеет особое значение для многих верующих по всему миру. В этот день верующие празднуют День всех святых. Это время, когда мы вспоминаем всех святых, известных и неизвестных, которые жили праведной жизнью и служили примером для других. Этот праздник имеет глубокие исторические и культурные корни. Он был установлен в честь всех святых, которые не имеют своего отдельного дня в календаре. А какие традиции связаны с этим днем, как вы думаете? В разных странах существуют свои уникальные обычаи и ритуалы, связанные с Днем всех святых. Наверняка многие из вас слышали о древнем кельтском празднике Самайн, который также отмечался 1 ноября. Самайн был временем, когда кельты верили, что граница между миром живых и миром мертвых становится особенно тонкой. Считалось, что в эту ночь граница между явью и навью становится особенно тонкой. Люди зажигали костры и носили костюмы, чтобы отпугнуть злых духов. Интересно, как эти два праздника, День всех святых и Самайн, переплелись между собой?
Со временем христианские и кельтские традиции начали смешиваться, создавая уникальные обычаи и празднования. Если вам интересно узнать больше о традициях и истории этих праздников, напишите об этом в комментариях. Мы будем рады поделиться дополнительной информацией и ответить на ваши вопросы. Глава 3. А теперь давайте перенесемся в прошлое и вспомним некоторые исторические события, которые произошли 1 ноября. Этот день в истории был свидетелем множества значимых событий, которые оставили свой след в мировой культуре и науке. Например, знаете ли вы, что именно 1 ноября 1604 года в Лондоне состоялась премьера трагедии Уильяма Шекспира «Отелло»? Это было эпохальное событие, которое собрало множество зрителей и стало важной вехой в истории театра. Представляете, какая это была премьера? Театр был полон, и каждый зритель с нетерпением ждал начала спектакля. Зрители, затаив дыхание, следили за развитием событий на сцене, погружаясь в мир страстей и интриг, созданный Шекспиром. Актеры, облаченные в роскошные костюмы, с упоением играли свои роли, передавая всю глубину и драматизм произведения. Это было настоящее театральное волшебство. А какие еще значимые события, по вашему мнению, произошли в этот день? История полна удивительных фактов и неожиданных открытий. Может быть, именно 1 ноября было сделано какое-то важное научное открытие или родился будущий правитель. Возможно, в этот день был подписан важный договор или произошло значимое событие в политике. История полна сюрпризов. Каждый день может скрывать в себе множество интересных и значимых событий, которые повлияли на ход истории. Давайте вместе перелистнем страницы истории и узнаем, какие еще события произошли 1 ноября. Возможно, мы откроем для себя что-то новое и удивительное, что изменит наше представление о прошлом. Глава 4. Переходим к дням рождения. Знаете ли вы, что 1 ноября родился Тим Кук, генеральный директор компании Apple? Представляете, как бы сложилась судьба Apple, если бы не этот талантливый человек? А кто еще, по-вашему, отмечает свой день рождения в этот день? Может быть, это известный актер, музыкант или писатель? Давайте узнаем вместе. Ведь дни рождения знаменитостей – это отличный повод вспомнить их достижения и вклад в мировую культуру. А может быть, вы сами родились 1 ноября?